сегодня на улице Ленина совместно с кадетами Губернаторского техникума провели профилактические мероприятия. Кадеты вручали памятки по правилам дорожного движения, поздравляли всех с наступающим праздником. Мы хотим поздравить вас с наступающим праздником, 9 мая, такой под вашу красивую машину. Красивый спасибо. Флаг. Спасибо хотим. Большое. Сливы дороги, спасибо. Сливы пути. До свидания. До свидания. В преддверии предстоящего праздника хотелось бы поздравить от лица отдела ГИБДД МВД России Балаковская с наступающим праздником ветеранов, жителей города, гостей города, пожелать крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой. Пути. Неожиданно для вас, скажите. А вы когда-нибудь уже попадали под такие акции? Нет, не попадали. Нет? Первый раз. А напугали конкретно. Неожиданно для вас. А вы первый раз так? Первый раз такое еще не было. Больше на акции не попадали? Нет, первый раз, спасибо. Уважаемые ветераны, от лица руководства Межмуниципального управления МВД России Балаковская Саратовской области сердечно поздравляем вас с Днем Победы. Вы, дорогие ветераны, мужественно прошли фронтовыми дорогами Великой Отечественной. Отважно сражались с врагом в партизанских отрядах и в подполье. Не жалея сил, трудились в тылу. Ваши дела и поступки – беззаветная любовь к родине, умение жить честно и дружно. Желаем вам здоровья и всего самого доброго!